Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги-пчеловоды. Сейчас осеннее время, поздняя осень. И сейчас наилучшее время для того, чтобы понять, выживут ли ваши пчелы в течение зимовки. Или весной вас ожидают потери. Причем потери могут ожидать вас не только там в апреле, в марте, когда вы увидите там мертвые семьи, погибшие, да, но и в апреле-мае, когда пчелы уже начинают активно развиваться и работать на весенних медосборах. Дело в том, что степень заклещенности, которую вы можете сейчас достаточно легко определить по особи клеща или по сделав спиртовую смывку, она говорит о том, может ли семья перезимовать, сможет ли она перезимовать и нормально работать весной. Скажем, особь клеща, свободная особь клеща, до 5 штук в день, говорит о том, что в принципе пчелы смогут пережить зиму, но весной им нужна будет помощь. Если у вас осыпается в день в среднем больше 5 клещей, там 5-10 клещей, то вероятность того, что семья может погибнуть уже в мае, очень велика. И вам необходимо будет ранней весной, как только это будет возможно, принимать меры против клеща. Если же у вас осыпается 1-2 клеща, то вероятность, очень высокая вероятность того, что семья переживет зиму, что она, так сказать, сможет работать весной и, скорее всего, переживет лето. Но контроль нужен будет уже, так сказать, проводить этой семье уже где-то в июне, в июле и смотреть, насколько сильно поражение. Вот. Скорее всего, вероятнее всего, что семья, значит, до осени доживет, даст мед, но потребуется, значит, позднелетняя обработка от клеща или проведение каких-то зоотехнических мероприятий. Значит, если ничего не делать, как правило, даже самая слабо заклещенная семья на второй год погибает. Потому что не надо забывать, что клещ размножается с такой скоростью, что удваивает свою популяцию каждый месяц. То есть, если мы, грубо говоря, будем иметь весной там 100 клещей, да, то к осени их будет уже 3500, как минимум. Значит, если даже они не будут использовать трутневой расплод. Таким образом, сейчас осенью очень важно понимание того, какова заключенность семей. И если даже вам сложно или вы не хотите делать, скажем, спиртовые смывки или щелочную смывку, хотя это не так уж сложно, вот, значит, вы можете использовать данные, получаемые по свободной особи клеща. Много лет наших исследований показывают, что там, до 5 клещей, осыпающихся в день, пчелы до весны, как правило, доживают. Мы надеемся, что эта информация полезна будет для вас, и вы примете меры к защите своих пчел.